вечер, дорогие подписчики и зрители. С детства наше поколение росло со словами «Мир, труд, май», «Любовь, комсомол и весна». Любовь, комсомол и весна уже не актуальны в нашем возрасте, а вот «Мир, труд, май», я считаю, что это для дачников самый какой ни на есть шикарный лозунг «Мир, труд, май». Первые майские закончились, мы сейчас собираемся домой и под завязочку снимаем вам сюжет. А говорить мы сегодня будем об огурцах. Ну, как говорить? Говорить начнем об огурцах. Вот зимой мне взбрело в голову, что я должна в этом сезоне посадить огурцы, используя М-компост из М-контейнера. Про М-контейнер спорят до сих пор, но вы знаете, что он у меня есть, и я всю зиму его держу у себя в квартире, заквашиваю, М-жидкостью поливаю рассаду, поливаю комнатные цветы, а вот М-компост, я складирую его сначала на лоджии зимой, упаковываю, чтобы не вонял, потом привожу на дачу, складываю в бак. И за зиму собрался, бак я вам покажу, почти полный бак вот этого М-компоста. И я решила посадить в него огурцы. Что я сделала? Мы сейчас пойдем на огород, вы там посмотрите. Я выкопала траншею на штык лопаты и ширина лопаты, да, вот ширина лопаты, ну, сантиметров 20-30. И туда, в эту траншею из контейнера, в котором мы заквашиваем брашку все лето, разложила вот этот М-компост. Он был в нормальном состоянии, пах кислым, все как положено. Затем я это все закопаю и буду сажать огурцы, сеять вернее. Я никогда огурцы не выращиваю рассадой. Хотя помню, когда-то Вова давным-давно мне привозил с рынка лет 15 назад огурцы из Задонского района Липецкой области. Там огуречные края, огурцы были шикарные рассады. Ну, я сама не замудряюсь. Что киш огурцы я в этом году решила посадить. Ну, вы знаете, что моя подруга Люба всегда привозит из Китая семена. Ну вот, в частности, семена огурцов длинных. Я очень люблю длинные китайские огурцы. Вот это из самого Китая, как говорит моя сваха, дай мне семян из самого Китая. Вот у меня остались эти такие семена, длинные огурцы. Но сейчас китайские семена продают и у нас. И вот мне удалось купить F1, называется огурец китайский, холодоустойчивый. Ну, меня не так привлекло слово холодоустойчивый, как то, что здесь написано, что эти огурцы выносят, так, сейчас найду, так, ценность гибрида, устойчивость к мучнистой росе, ложной мучнистой росе и фузариозному виданию, холодостойкость, теневыносливость рекомендуется для употребления во всяком там виде. Так вот, место я под огурцы в этом году подобрала, ну, не совсем тень, а полутень, мы пойдем посмотрим. Там с утра солнышко, а вот я сегодня траншею копала после 3 дня, уже была тень. То есть, я думаю, что огурцы там будут расти, потому что несколько лет назад они уж там были. Кстати, про севооборот. Вот у меня севооборот не получается соблюдать через 2-3 года. У меня севооборот получается через год. То есть, на 2-3 год я высаживаю ту же культуру там же. Ну, спасают, как всегда, сидираты. Итак, буду я в эту траншею, теплую грядку, сеять огурец китайский, холодостойкий. Вот из отечественных пакетов. Ну, и где-нибудь, конечно же, посею вот этот китайский. Что дальше? Сейчас мы вам покажем эту траншею. Пройдет неделя, я приеду через неделю. Сегодня я возьму семена домой, возьму домой стимик семя, замочу в нем семена на несколько часов, а потом их проращу. У нас между праздниками 3 рабочих дня, проращу их в тряпице, как всегда. И буду их уже высаживать проросшими.
И я вам обещаю, что в течение времени, лета, мы будем наблюдать, что получится. Кстати, мой первый опыт с китайскими огурцами соседи, когда я первый раз купила эти семена, вернее, Люба мне их привезла. В общем, они не понимали, как так можно такие китайские огурцы выращивать. Но я вот на наших дачах была первая. Итак, сейчас мы идем на огород. Покажем вам эту траншею, покажем контейнер, в котором М-отходы были у меня всю зиму и вот до сих пор. И я ее закопаю и покажу, что получилось. То есть я подготовила теплую грядку для посадки посева огурцов. Вот этот бак, он сейчас пустой. В нем в течение зимы свозилось и складировалось... Складировался и свозился М-компост. Бак готов для того, чтобы в нем сделать закваску для полива культур. В результате моего физического труда получилось вот такое сооружение. Повторяю, в грядке я выкопала траншею на штык полтора. Эту траншею заполнила М-компостом. Пахнет кислым. Вот так я его разложила по траншее ровным слоем. Сверху еще у меня было заквашено в ведерке сухари и хлеб сушеный. Тоже сюда положила. Сейчас я это закопаю. Неделю это будет стоять до тех пор, пока мы не приедем сюда и не посадим сюда огурцы. Итак, траншею я закопала. А у меня получилось, что в грядке она как бы уходит в середину углубления. Ну и сюда вот я через неделю высажу пророщенные семена огурцов. Вот такая моя работа. Что ж, будем дожидаться результата. Грядка под огурцы, вернее траншея с М-компостом заложена. Семена вот еще раз показываю. Это Китай настоящий, а это... китайские, которые продаются у нас в России. Чтобы эксперимент показал с положительной, если с отрицательной стороны, надо сделать два варианта. Экспериментальный вариант и обычный. Я вам обещаю, что я наряду с огурцами в траншее посажу и огурцы обычным способом, как я это делаю. Без, ну, в смысле, без М-компоста. И летом посмотрим, что оно получится, чтобы окончательно сделать вывод, работает ли на самом деле М-компост из М-контейнера. Ну и в заключение, не могу не похвалиться. Вы видите, у меня здесь новые шторы. Володя сказал не рассказывать. Теперь я вот такая красивая в синем. Вот мускарики. Решила нарвать букетик. Вы не представляете, какой запах. Ну, просто необыкновенно. Это мои тюльпаны. Это уже поздние тюльпаны. В этом году были такие обильные тюльпаны. У меня, конечно, я знаю, какие это сорта, но вот сейчас сорвала букет из бутонов. Это уже поздние. Ранние тюльпаны отцвели, средние отцвели. Это уже поздние тюльпаны. Необыкновенно обилие тюльпанов и красивых. Май, мир, труд. Я вас всех люблю. До новых встреч на даче без фанатизма. С вами были Вера и Володя. До свидания.